Российские специалисты первыми в мире осуществили проникновение в подледниковый антарктический водоем озера Восток, своего рода капсулу времени, запаянную примерно 14 миллионов лет назад. Его воды хранят секреты, которых не найти в какой-либо другой точке планеты. Там по сей день могут существовать доисторические микроорганизмы, способные дать человеку новые знания о биосфере Земли, а возможно и о жизни на других планетах. Это событие часто сравнивается с достижениями первопроходцев в космических исследованиях.